Здесь нет отражения шальной эпохи революции и душевных терзаний российской интеллигенции. В работах Арнольда Лоховского, созданных на родине и в эмиграции, практически нет людей. Только умиротворение, родные пейзажи и узкие европейские улочки. На переднем плане простор, чтобы ничего не мешало созерцать. Автор называет это местом для зрителя, чтобы вы могли вступить в картину. Оно не занято ни людьми, ни предметами, это абсолютно пустое пространство, это может быть река или улица, совершенно неважно, и уже потом в перспективу уходят дома или деревья. Самым ранним картинам на выставке «Наследие мигранта» более 100 лет. Некоторые словно кадры фотопленки. Реализм Лоховского, приправленный лучшими веяниями искусства 20 века. Во многих работах вот видны абсолютно импрессионистские такие решения. В частности, «Дети на солнышке» очень просто красиво. На нее сегодня, когда я сюда днем заходил, на нее падали как раз лучи солнца. Это было феерично. В его работах всегда свет, в его работах всегда... Всегда красота, потому что он, ну, в общем-то, можно так сказать, что он искренне любил то, что писал. Свет проникает на полотно живописца через арку или в окно мастерской. Виды городов и сельские пейзажи завораживают. Выставка «Наследие иммигранта» пробудет в галерее «Виктория» до 29 сентября. Алина Чемерис, Павел Пресняков, «События».